Добро пожаловать на наш YouTube канал HardTrust Info. В данном видео я вам расскажу, как с помощью устройства EcoFlow River 2 Pro заряжать устройство с выходом на DC-порт. Для этого возьмемте шнур DC, который идет в комплекте данного устройства. Один конец ставим наш устройство, другой конец ставим. Для наглядности я взял такое устройство, такой Wi-Fi роутер. Как можете заметить, он не горит. Но для того, чтобы наше устройство заряжалось, надо нажать кнопку DC on off и задержать, так чтобы индикатор на данной кнопке светился белым цветом. И как можете заметить, после включения наш адаптер начал светиться. Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!